Грамоты от Республиканского управления Федеральной антимонопольной службы. Награды ведомства сегодня получили учащиеся 9-й школы Нальчика. В 2014-м образовательное учреждение приняло участие во всероссийском марафоне «Конкуренция глазами детей». Претендентам на победу предлагалось прислать тематический рисунок либо видеоролик или присоединиться к акции «Свобода конкуренции для будущего России». Со всей страны было представлено около 400 проектов. Девятиклассники из Нальчика, единственные от Кабардино-Балкарии на конкурсе, создали видеоролик. Мы две проблемы осветили. Первое то, что иногда учитель вроде бы видит, что класс работает, но некоторых учеников забывает как-то уделить внимание и поощрить. А второе то, что ребята, когда стремятся к своей цели, они забывают о том, что не нужно быть эгоистичным. В съемках задействовали весь класс, но ведущие роли сыграли 6 подростков. Сегодня им вручили почетные грамоты Республиканского управления ФАС. Как отмечают в службе, в скором будущем ребята станут полноценными участниками рыночных отношений, потребителями либо бизнесменами. Поэтому уже сейчас важно донести до них значимость конкуренции.